Есть нехилый шанс, что Украина и Грузия вступят в НАТО при нем же. Нет. Есть. Нет. Есть. Нет, мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот... Хрен вам. Вот вам, а не НАТО. Вот. Это вот... Это вот прямо... Даже не мечтайте, твари. Это вот, собственно, и есть суть ультиматума. Это абсолютно очевидно любому русскому человеку. Который обсуждался в Женеве. Никакая Украина... А плевать. Это наша русская земля. Это никакая Украина там ничего не решит. Это я просто пытаюсь, ну, как бы, проинтерпретировать некоторую логику. Нет, ну, то есть понятно, что русские вошли с ультиматумом. Значит, никогда Украина и Грузия не должны вступить в НАТО. Потому что появился шанс, что это произойдет при действующем президенте и его наследие. Потому что Украина, это, вообще-то говоря, вписала сейчас в Конституцию. Вот или вписывает в Конституцию, что мы стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. И сожжем ее на Красной площади, на Лобном месте. Нет, посожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Сука, этой страны не должно быть. И мы сделаем все, чтобы ее не было. И я вам, блядь, говорил, мы сожжем вашу Конституцию, блядь, прямо на Крещатике. И, блядь, я сам туда приеду. Вы меня звали, блядь, после этого. Приезжайте, блядь, я слабо, хуй тем не вырос, блядь. Вы, сука, все уже сидите, блядь, кто в Чехии, кто, сука, блядь, в Германии, кто мне это говорил. Вот я, блядь, вам говорю, я, блядь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной, так называемой, Конституции прямо, блядь, на Майдане Незалежности.